2,5, где-то так. Вот и там было у меня. А это что такое? На тряпку или что? В пакете это плохо. Полиэтилену. Чего? Не, это горбуша. Горбуша. Не, я не понял, 100 грамм-то где? Надо здесь доставать все это. Где? Я не знаю, кто ложил. Одна бутылка. Помимо бутылки. Стаканы в этом. Вместе с посудой. Просолилось? Это да. Малосольненькое. Нет, это больше. Это нормально соленое. Спялится. Ну они вся спялится, просто эту он позавчера солил. Вот так говорит, с площади или с околицы. Не с кем там пялится. Каламбур за каламбуром. Он говорит, все, Олег-то сказал. Если, говорит, надо, говорит, рыбы, возьмите, говорит, это есть спирт. Там, говорит, бочки 100-килограммовые стоят. За бутылку спирту, говорит, все заберете. Шутка в том, что я прошлой осенью в Москве не смог найти. Мне нужно было там семгу родственникам, но по болезни, там, диета и так далее. Я не смог найти семгу русскую. А, ну понятно. Нашу, нашу. Норвежская-то она есть. То есть вообще, Трифоновичу звонил, там, Трифоныч искал. Нету, да? Нету. Так. Свою. А, правильно. Клеточную эту. Ага. На комбикорме. Отрава, блин. О, это уже такая. Да. О, соленая. Вот тут. Та была малосольная, а это соленая. Угу. Ну такая что. Ну тоже вкусная. Хорошая. Вкусная. Все-таки я думаю, что сырую рыбу с лимоном мы Олег все равно сказал, съедим. Давно мне я так объяснил. Он мне объяснил. Обязательно надо съесть.